Конечно же, таким апофеозом события этого года станет торжественные мероприятия, приуроченные к этой памятной дате 12 апреля на месте приземления Гагарина. 12 апреля на месте приземления первого человека в космос на планету начнется митинг в 11 часов, а именно Саратовская область, первооткрыватель космической эры и церемония возложения цветов к монументу Гагарина. Гостей мероприятия будет встречать полк из космонавтов, ныне живущих и, к сожалению, ушедших. То есть такая беспрецедентная акция тоже социального характера, когда все космонавты окажутся у нас на территории области на месте приземления Гагарина. Значит, там же у Стеллы пройдет концертная программа, которая подготовлена будет силами Энгельского муниципального района, лучшими творческими коллективами и исполнителями. Для гостей выступит хор в количестве 400 детей с исполнением известных произведений.